По нацпроекту здравоохранения в Коми обновят 129 ФАПов. Такая информация прозвучала на рабочем совещании, которое провел глава региона. Тема, заметим, перекликается с задачами, которые поставил накануне в своем послании Владимир Путин. Президент потребовал, цитата, «сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья». В этом году максимальное количество. Значит, если требуется, давайте пересматривать соответствующие бюджетные параметры, вот, вносить дополнительные изменения. Значит, должны быть типовые. Мы говорили, что необходимо было определиться, где, в каких районах нам нужны ФАПы с соответствующей квартирой для проживания фельдшера, а где там, в силу разных обстоятельств есть необходимое жилье, и такой ФАП может обойтись без соответствующего такого помещения. Поэтому четко. В течение ближайшей недели такой расклад по всей территории должен быть. Глава Коми также поручил региональному Кабмину тесно взаимодействовать с депутатами Госсовета, чтобы совместно проработать необходимые управленческие решения по выполнению поручения президента. Строительство первых ФАПов планируется начать в муниципальных образованиях, в которых решены все вопросы по земельным участкам, обустройству инженерной инфраструктуры, выдаче необходимых разрешений на строительство, передает пресс-служба губернатора.